представляем новый снегокат для детей от 4 до 10 лет. Самокат, снегокат называется Умка, модель 350, с очень мощным мотор-колесом. Катания хватает где-то, заряда хватает где-то на 50 минут катания. В случае, если сильно холодно, батарея может замерзать, тогда будет пробег меньше. Ну вот, до минус 5 градусов, где-то 50 минут можно покататься. Особенно хорош он на льду, на асфальте, покрытом снегом. То есть, потому что в пухлый снег он проваливается. И если ребенок весит больше 50 килограмм, то уже будет тяжеловато. Зато если вот ребенок от 30 до 50, это прямо-таки идеальный вариант. По большому кругу, давай-давай, по льду. Делай вау! Покажи радость! Купить этот снегоход можно по ссылке в описании. Модель 2019 года, достаточно новая. Ну и за счет литиевой батареи весит очень мало. То есть весь снегокат в сборе весит около 15 килограмм. Легко помещается в лифте. Ну и можно хранить на балконе. У снегохода избыточная мощность, поэтому относительно легко зарывает колесо в снег. Нужен либо лед на асфальте. Либо нужно на скорости проходить пухляк. К счастью, дети быстро обучаются. Как вы видите, этот снегокат — отличный подарок для ребенка, особенно если ребенку меньше 10 лет, если весит он меньше 60 килограмм. Тяга у этого снегохода просто избыточная. То есть мягкий снег будет зарываться, зато на льду, на асфальте, во дворе, в принципе, будет очень быстро ездить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки и до новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки и до новых встреч!